Клязьму сливают нефтепродукты. К такому выводу пришли местные жители, когда обнаружили темное пятно на поверхности воды. 31 октября очевидцы вызвали аварийно-спасательную службу. ЧП произошло в районе коттеджного поселка «Зеленый мир». Как сообщает служба мониторинга области, в районе 293-296 километров судоходного хода реки работает несамоходное судно «Земснаряд РНС-1509» для намыва песка. Кроме того, на берегу располагается погрузочная техника. Источник загрязнения реки пока не установлен. В проблему вмешались прокуроры. Специалисты межрегионального управления Росприроднадзора по Ивановской и Владимирской областям проведем сбор проб воды в месте предполагаемого загрязнения, а также выше-ниже по течению. В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего. В случае выявления нарушений будут приняты черпающие меры прокурорского реагирования. Для локализации нефтепродукта представители аварийно-спасательного формирования установили боновые заграждения и сорбирующие салфетки. Сотрудники службы мониторинга области обещают ликвидировать загрязнение и передать нефтешлам на утилизацию.